Да, конечно, опоздал немного, но это обзор самой свежей обновы в Блок Страйк. С вами, как обычно, мой инспектор. Не забывайте заходить в телеграм-канал по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Да, сразу при входе нас встречает менюшка, где есть отсылка на пропажу Йобы. Далее заходим в кейсы, и тут у нас новый кейс Legacy. В принципе, самый обычный кейс, но в нем есть куча скинов на персонажа и мистический скин на Керамбит Galactic FX. Также тут есть скин игрока Блок Страйк, сами посмотрите. Теперь переходим к картам. А по картам у нас вот что. Вернули старые версии карты 2015 года. Это Bust, Office, Rust и другие. Чисто чтобы поностальгировать, прикольно. И возможно это связано с сюжеткой про Йобу. В наборах теперь довольно-таки пусто, сами посмотрите. Ну и последнее, это прицел. Теперь у меня стоит прозрачный квадриллион, и теперь прицел можно переворачивать. Не сильно нужная вещь, но сойдет. Ну а с вами был мой инспектор GSMS, новое видео не знаю когда, но стримчик будет на днях. Всем пока!